В Украине на боевое дежурство заступили системы противовоздушной обороны Skynex. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во время визита правительственной делегации в Италию премьер-министр посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia. Это предприятие специализируется на производстве современных систем ПВО. Среди разработок Rheinmetall — система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина. «Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей», — убежден Денис Шмыгаль. Сейчас такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Премьер-министр поблагодарил партнеров за поддержку. Денис Шмыгаль отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы получить больше этих систем. «Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в области ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов», — заявил глава правительства. Напомним, в декабре сообщалось, что концерн Rheinmetall изготовит для Украины два новых зенитных комплекса Skynex. Эти системы предназначены для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Система способна сбивать беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Стоимость двух комплексов Skynex оценивается в 182 миллиона евро. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании по закупке грузовиков HX на сумму примерно 12 миллионов евро. Эти машины будут поставляться вместе с системами Skynex. 35-миллиметровая пушка Erlikon Mark III, используемая в системе ПВО Skynex, имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Пушечный модуль оснащен радаром слежения X-Band, который обеспечивает функцию автономного поиска цели, что делает наведение простым и быстрым.